А тим часом у холі надзвичайно хвилюється Женя. Він добре знає, що один єдиний виступ може повністю змінити його життя. Привіт. Меня зовут Евгений Буцик. Сегодня я на X-Factor. Это очень знаменательное событие в моей жизни. И сегодня я буду петь для вас. Цього року старша сестра Жені Аня довела, що мрії збуваються. Вона заспівала на сцені шоу «Україна має талант» і підкорила серця мільйонів українців. Это большой успех. Она сделала очень большой подвиг. Она прошла, она молодец. И я думаю, что если судьи не будут сильно строги, может быть, и я добьюсь того же самого результата. Волнуется очень. Говорит, что нет, но я ему не верю. Вот отец двоих детей. Да. Добрый вечер. Ну, еще раз привет. Ну что, готов? Готов. Очень хорошо. Мы с Аней тебе не верим, что ты не волнуешься. Ну, надеемся, что все получится. Договорились? Я тоже надеюсь. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Евгений. Очень приятно, Евгений. Расскажите нам, пожалуйста, зачем вы сегодня здесь? Я хочу доказать себе то, что я что-то могу. Это очень весомая причина, интересная. Боже, как он волнуется, губы трясутся. Вы готовы нам сегодня спеть? Готов. Что вы приготовили? Я приготовил песню группы «Ария» «Беспечный ангел». Это серьезный выбор. Давайте, ангела. Ну, братик, давай. Хоть бы слова не забыл. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Любит праздники, громкий смех, пыль дорог и ветра свист. Он был везде и всегда своим влюблял в себя целый свет. И гнал свой байк, а не лимузин. Таких друзей больше нет. Родители наши никогда не думали, даже не мечтали, что детей покажут по телевизору. Но зато менялся на глазах, только вспомнив шум дорог. Все, что имел, тут же тратил и за порог, сделав шаг. Мой друг давал команду братьям, вверх поднимая кулак. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. И один только друг, друг на все времена. Немного таких среди нас. Ты летящий вдаль, беспечный ангел. Я прошу вас, пожалуйста, пожалуйста, дайте пацану не разочароваться в себе. Аня, ты не изменилась. Я неисправимая, это да. Ты сказал, что хочешь доказать. Да, себе и другим, что ты что-то можешь. Ну, возьми и докажи, да. От четверых. Да, от четверых. Вот это да, боже мой, это семья рвет уже второе шоу. Да, 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 да,
Да. Ты меня домой понесешь на руках, блин. Ты мне все нервы вымотал сегодня. Все, успокойся. Безумно рад, безумно счастлив. Такой радости никогда в жизни еще не испытывал.